Всем привет! И снова нескучное сольфеджио. Сегодня поговорим о паузах. Вот так выглядит целая нота, а вот так целая пауза. Тишина на весь такт. А вот половинная нота, и вот так выглядит половинная пауза. Дальше у нас четверти, следом восьмушки, затем шестнадцатые и самые маленькие тридцать вторые. А теперь давайте все повторим. Это целая пауза, это половинная, это четвертная, это восьмая, это шестнадцатая, это тридцать вторая, и вы не поверите, это 64-я, самая-самая маленькая. А теперь давайте послушаем. Продолжение следует.